Давай зайдем в наш замок, посмотрим там. О, уже кузница есть. Первым делом. И это все покупаем. Монахов. Хочу. Они еще круче, эти лучники. Конечно, стрелки нужны. Божественная сила. Тут, конечно, намного меньше всего, чем в третьей части. Не знаю, как там в четвертой. Так, ну мы наняли всех, кого только можно. Это куда-то идет, непонятно, туда куда-то. Пор обучает. У нас появилось три монаха, а я чувствую себя уже намного сильнее. А, у нас еще вон всякие баллисты. А он ничего не может колдовать. Наверное, улучшенный может. Вау. Да, они сильные, эти монахи. Кулачком работает, смотри. Стоит нам разок купить палатку первой помощи, и все, она у нас теперь бесконечна. Даже если сломают, она должна подчиниться. Потому что такой навык. Или не лучники, я пытаюсь вспомнить. Не помню. Лучники или не лучники? Да. Камушки мешают. Прыгался сквозь камень, блин. Вот фигень. А, все молодцы, все справились. Ну ничего, мы сейчас свою армию снова поднимем. Блин, ресурс. А я уже строил, что ли? В этом ходу. Давай оставим их в покое. Да, я строил было. Прирост существ увеличится на 50. Блин, башню лучников не построил еще. Надо.
Надеюсь, это не лучники. Ура, надеюсь, не лучники. Блин, стрелок, колдун. Между прочим. Ну, у меня есть палатка. Нифига. Охренеть. Ребят, какие-то мощные оказались. Вином с ней, бодягу. Вблизи, ты не такой же крутой? Они могут спокойно стрелять, даже если рядом. Мой отряд. Какие мощные мужики. Друиды, блин. Мочи эту выскочку. Это не просто лучники, это какие-то мега сильные лучники были. Ой, вампиры, ну не знаю, блин. Меня и так мочат, не жалеют. Компьютер. Но это не верховные, правда. А, ему пофигу вообще. Офигеть. Серебряным мечом. До свидания. Ой, ты ничего даже не сделать, зря я его послал. Конец ему. А, он восстановился полностью. Допрыгался. Отлично. Скоро неделя закончится. Можно идти к замку. Как раз пока иду, и новая неделя начнется. Построил. Улучшен. 8000, офигеть. А вот здесь посидим, да? Теперь можем купить этих. У меня места нет. Вот этих нафиг. Вот этих берем. Ну, посильнее стали.
А типа сюда по сюжету надо или что? Фиг его знает. Ладно. А вот эти от нас бежали аж. И опять бегут. Блин, не, вот эти лошади. Сильные. Да блин, они везде здесь. С кристаллами, блин, пещера. Они прям сразу дойдут до моего войска. Делать нечего. Придется потом нападать все равно. Чего? Ни одной из существ не было отведено позиции. Вот а какие позиции? А. Угу. Спасибо, что предупредил. Блин, она не может пока бегать, а она стрелок. Не по площади, надеюсь. Охренеть, она бахнула сейчас. Я в шоке, блин. Офигеть, блин, чё они какие мощные? Она не по площади бьет, она бьет как молния цепная. Офигеть. Монахов моих потерял еще. Получи, зараза. Отпор, кстати, она не дает. Вот это хорошо. Я их жахнул сейчас. А, нет, не так и сильно было. Один. Два. Три грифона, наверное, лучше, чем твоих лучников воскресить. Блин, я не думал, что она такая сильная. В шоке просто. Чтобы построить. Примкнул к нам. Ой, это я лучником... Лучником-то зачем я туда пошел? Лучником-то зачем?
Ух, молодец. А это след за ним. Они же братаны были. Ох, а это что за дерево-то? Нейтрально. Фиг знает. Драться мне с этим деревом или нет? Алтарь света, ё-моё. О, Капитолий, хочу Капитолий построить. Блин, я не знаю, сохраниться, наверное, перед таким, перед такой атакой. Большое существо, плетающее корни, ярость. Понятно. Блин, он сильный. Дерево боимся. Целый отряд такой боится дерева. А, ты давай вперед. Ни хрена себе прибежал. Я ж испугался. Он на все. Он медлительный, но на все поле ходит. Офигеть. Не так показалось. Обмен, понятно. А как выйти отсюда? Так. А, я хотел 10 тысяч накопить. Точно. Часть карты открыта, путник. Идол удачи, блин. О, еще. Еще. О, нет, я не хочу. Блин, ну там артефакт. О, могу построить. Капитолий. Ну фиг с ней, давай нападать. Пол отряда вышибет мне сейчас. Блин, она сильная. Грифон улететь не может. Вражеским существам. Так, 4, а без магии 3. Ну ладно, второе. Класс. Долбанула бы она вообще. Мощно. Офигеть, что творит. Я в шоке. А ей смешно. Вообще не жалей. Живой. Чё, она два раза ударила? Ожерелье кровавого когтя. Чё это такое?
Да, блин. Так. Добавляет плюс один урон всем существам в армии. Ага, это как постоянно включена магия молитвы на моих этих чуваках. Ну, почти. Бастион Грифон. Вау. После этого, наверное, в замок пойдем, потому что надо затариться войском. Блин, все теперь его искусают. Или нет, ну блин, тут вот этих надо выносить будет, поэтому, наверное, пойдем вернемся. И пока возвращаемся, еще можно, я не знаю, построить. Ну, правда, денег теперь нет. Беда. Улучшаем. Почему нельзя? А, у меня же не построено еще. Инквизиторы. Стрелок. Нет штрафа в ближнем бою. Колдун. Вау. Класс. Деньги кончились. Тоже класс. В гарнизоне нет никого. А, мы тут не пройдем. Вон в чем дело. Мы тут просто не пройдем. Ясно. Ну ладно, пойдем в атаку. Бегать смешно. Стоп. А маны на сколько? А, 80. Нормально. Интересно, что колдун может колдовать у нас? 15 камня не хватает. Ух ты, сколько у вас. Не достанет. Пускай тогда стоит, лучника защищает. Ой, достанет. Попробуем.
Вау, может даже три всяких колдовать. Каменная кожа, божественная сила, ускорение. Класс. Квас. И этот деревце может на него напасть. Какой опасный лес. Такой обстрел мне нравится. Ну блин, что ты за это? Ни до кого не дотрагиваешься. Добьет. Неплохой такая арена. Неплохой. О, это защитит. И еще он там какие-то доспехи. А, колдовство. Давай колдовство. Блин, это высшие вампиры. Ё-моё. Эти твари будут высасывать из меня кровь. Что-то они... Уи, такие звуки делают. Устрашающие. Блин, это не дойдет. Он сейчас будет нападать, он становится. Неожиданная атака из-под палатки. Страйк. Опыта дали, как будто мы что-то сундук нашли. За этот поединок. Да не нужна мне скорость перемещения по морю. Да, вот это я не знаю. Огромный нагрудник. Мы его одели хоть? Блин, все время путаюсь в этом меню. Ну да. Да, мы уже не приберемся, а значит, пора нападать вот на этих лошадей. Сначала вот на этих. Как тут бегом у нас там улучшается. Все. Сходить, что ли, в замок?
еще нужен? Гарнизон. Блин, ты 10 тысяч на это ушел, офигеть. Лучников так и нет. О, грифоны улучшены. Наконец-то они могут теперь улетать. Какие недорогие, а? По одному. Один. Один. Да. Хотя бы так. Сразу догоним. Ого, он убежал. Мой рыцарь-то не убежит. Инициатива очень хорошая, да? Этому все достается в его бриджах. Блин, я зря... А, я думал, на лучника нападет сейчас. Промазал. Грифончик-то. Трезубец какой-то. Сейдона, наверное. Хорошо. Хорошо. Еще такие же лошадки нас ждут. Девять штук. Палатка идет дальше, поэтому она была воскресила. Эти даже легче оказались. О, вражеские земли. Тут ради... Я и все равно не буду нанимать этих. А эти зачем сюда пришли? Они же бегают все время. Поля какие-то построены. Вот пещерной владыки нет. Блин, а тут золотая подкода. Подкода. Предел достигнут. Спасибо, конечно. Какой-то достигнутый. А вот и с другой стороны мы пришли.
Создание фантома, вау. А это мы просто здесь выйдем, да? Ну давай. Нам даже качаться уже не надо, потому что дальше мы не прокачаемся. Ой, опять это. Она сейчас будет. Так, ты улетай. Теперь ты можешь. Грифоном хорошо лучников мочить, они все равно никуда не сдвинутся с места. Оп. Тупые. А, я потерял... Это... Блин, тележку я потерял. Щет. Обидно. Это уже наше. Так. Нам, по-моему, некого даже улучшить. Ох, кстати, погоди-ка. Блин, камней не хватает. Да. А, ну этого можно. Сразу такие крепкие красавчики стали. Погоди-ка, там больше никого? А, ну у меня есть... Если вдруг он будет присоединяться... Есть место. А если не будет, то придется с ним как-то воевать. О! А если их еще улучшить? Погоди, погоди. Это же будет вообще... А, они уже улучшены. А что там это? Могли бы какого-нибудь брутального старика нарисовать. Какого-то молодого чувака. Под капюшоном. Ну, такой себе. Я уже всякую дичь там строю, потому что уже строить почти нечего. Вау, это куда это мы? А-а-а. Подземелье. Класс. Какая большая миссия.